Вот так вот я все промыл бензином. Пиле было 8 лет. Ну, примерно 8, я думаю. Все. Меня даже заклинивало. Вот этот стартер. Все я промыл. Все запчасти все отмыл. Здесь, где сцепление, все промыл бензинчиком. У нас заблестела ласточка, стала на пилу похоже. Сейчас осталось мне поменять звезду. Потому что износ вообще. Ну еще, конечно, вот здесь надо все промыть. Фильтр что-то я помыл, мне он не нравится. Наверное, я все-таки куплю новый, потому что столько лет он уже как марлечка. Бензиновый фильтр надо поменять, ну что он уже черный. Еще хочу вот эту всю грязь отмыть. После того, как откручу звезду ведущую, посмотрю состояние, конечно же, насоса. Тут все тоже еще раз помою. Завтра свожу на работу и, наверное, все я здесь продую. Посмотрел много способов на YouTube. Сейчас буду пробовать способ, называющийся веревка, так как у меня нет стопора. Но этот самый безопасный, сказали, для поршня. Предварительно я тут рукой держал вот это и немного вот сюда молоточком подстучал, как бы наджабил резьбу. Съемника, конечно, у меня специального нет, хотя его можно сделать элементарно из какой-нибудь трубы и двух болтов приварить. Но времени нет. Воспользуюсь я ключом от болгарки, наверное, попробуем. Сейчас посмотрим, что из этого получится. В данном способе используется веревка, чтобы не повредить поршень. Выкручивается свеча, в поршневую засовывается веревка. Подкручиваем, веревка зажимается и пробуем ключом от болгарки. Все, подбиваем обратно, достаем, разбираем все. Не знаю, видно вам, нет, но посмотрите, какой износ. Я думаю, видно износ невооруженным взглядом. Потом сфотографирую и покажу новую звезду и старую вот с таким вот износом. Ну, приличный, да, износ. Берем обычную кисточку и моем. Тщательно промываем все. Кнопочку тоже промываем. Не потому что он бензин, а потому что он не жирный. А тут все в масле, он сразу размещается. Так я грубо маленько постучал. Все прочистили, завтра продую на работе. Уже темнает. Сегодня я, конечно, не успею собрать, но соберу завтра. Обязательно покажу, что я купил, какие запчасти, что у меня получится из этого. Так что, кому интересно, оставайтесь, смотрите. Ну что, друзья, продолжаем разборку. Сносил я на работу пилу. Продул все, сейчас там вот все чистенько, поршневая, все чисто. Решил проверить, думал, не хотел, но решил проверить все-таки масляный насос. Смотрите, какое чудо там. Вот это жесть. Вот это жесть. Это все сухое, пыль. И здесь вообще не пойми, что. То есть это, о.
Вот такая вот пакля какая-то, пыль, грязь. Так что кто разбирает, это место надо чистить обязательно. Это просто жесть. Жесть. И здесь вот что творится. Но шестерня вроде целая. Так что шестеренка целая. Главное все сейчас промыть. Ну вот, все помыл. Вот так это выглядит чистеньким. Вот так вот выглядит шестереночка чистенькая. Ну, износ есть, но все терпимо. Послужит еще. Сейчас все смажем. Главное потом собрать всю эту пилу назад, чтобы это все работало, а то разбираться-то легко. Я думаю, соберем. Ну что, друзья, очень долго мучился вот эту трубочку туда устанавливать заново. Ничего, потихоньку пила приобретает свой вид первозданный. Завтра все-таки куплю, поменяю фильтр. Ну а сейчас главное попробовать завести. Сейчас идет. Устанавливаем защиту какую-то защиту. Теперь вот идет стартер. Так, сейчас все прикрутим, чтобы вспомнить, где какие болты, потому что где-то здесь есть саморезы, а есть винты. Будем искать. Оригинальные, конечно, звездочки стоят космос. Приобрел я вот такую звездочку ведущую фирмы Razer. Говорят, вроде неплохо стоит. Посмотрим сейчас, что. Посмотрите, качество новой и моей изношенной. Подшипничек. Подшипник идет в комплекте. Ну а теперь, как и обещал, посмотрите износ на моей звезде. Конечно, качество новое. И износ моей. Очень глубокие такие ссадины уже. Конечно же, мажем все литольчиком. Шипничек в том числе. Устанавливаем новый подшипничек. Не забыть бы шайбу. Вначале шайбочка. Эх, зря смазал.
шайба, потом смазочка, потом новое диск сцепления, новая шайбочка и само сцепление. Резьба, все знают, тут левая. Ну вот, сейчас выкручу свечу и подтяну. Так, ну что, установил ручку, подшипник крутится, затянул сцепление. Осталось поставить вот эту железячку, шину поменять, воздушный фильтр и бензиновый, и будем пробовать. Приобрел шину пильную Razer. Шина у меня 15-я, толщина ведущего звена 1,3, цепь на 64 звена и 0,30-25 шаг. Распаковываем. Вот такая вот красавица шина. Сейчас я вам покажу для сравнения мою страшилку. Вот. Тут по посадочной части все подходит, но как-то странно Razer, скажите, насколько шире. И вот настолько чуть-чуть длиннее. Ну, я думаю, эта ширина компенсируется длиной вот этой, и все. Главное, навьё, канальчик, какой у моей, уже под 2 мм и 1,3 какой должен. Хотя я подбивал уже вот здесь вот молотком в тисах, чтобы цепь не гуляла. Все равно все гуляет. Навьё есть навьё. Также смотрите, какой дикий износ у моей. Вот эти зубы, они, как вы видите, у Razer, они круглые. А мои, как вы видите, они уже на остряк. Также смотрите, какой люфт. Уже все, подшипник и кирдык. И шина уже здесь стала вот в этих заклепах гулять. Вон, сжимается, разжимается. Она уже пошла вся на разнос. Как бы пополам вот так не распалась. Короче, она свое отслужила. Будем менять. К сожалению, ценники, как я и говорил, не радуют на оригинал. Да еще и ничего нет. Вообще в двух магазинах не было ничего оригинального. Да даже не оригинального. Пришлось все практически под заказ. Но вот нашел в одном магазине тоже цепочку Razer. 320 цепочка, 600 что-то 50, по-моему, ведущая звездочка. То есть вру. 650 цепь, 320 звездочка, 830 шина, не оригинал. Оригинал 200. Я думаю, сути здесь в оригинале не вижу. Не то, что сути, а как бы смысла не вижу в оригинале. В шине. В цепи, возможно, да. В шине нет. Ну что, друзья. Пила отремонтирована. Можно сказать, вас перебрана, почищена. За много лет первый раз поменял шину, звездочку, цепь. Почистил масляный насос, заменил масляный фильтр, бензиновый фильтр. Тоже боялся. Посмотрел в интернет, все попробовал. Вот она, новая шина. Что, пробуем? Так что... Всегда говорил и буду говорить. Глаза боятся, а руки делают. Ремонтируйте, пробуйте. Все у вас получится. Ну а как она ведет себя с новой шиной и с новой цепью, вы увидите в одном из рыбацких роликов. Ребята, восстановил я пилу. Сегодня практически пробный тест. Смотрим. Как масло?
Так что все надо делать вовремя, замену всего, заточку, так что не запускайте свой инструмент. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем добра, здоровья и позитивного настроения. Пока-пока.